Химдор пустил в ход тяжелую уборочную артиллерию на самые грязные участки дорожной инфраструктуры. Крупная моющая техника прошлась по надземным пешеходным переходам и остановочным павильонам. С помощью горячего напора воды с примесью омывающих средств рабочие смывают со стен грязь, рекламные плакаты и граффити. На данный момент мы пытаемся пробовать новые технологии, чтобы улучшить уборку в городе, соответственно, чтобы меньше затрат было по времени и качество было намного лучше. Потому что, в первую очередь, основная задача – это чтобы город был чистый. И для этого будем привлекать все новые и новые технологии. Сейчас сотрудники Химдора добавляют последние штрихи к благоустройству города. Основные же работы были завершены в мае. В частности, сотрудники предприятия очистили более 150 километров бордюров, покрасили 158 автобусных павильонов, отремонтировали 340 детских площадок, привели в порядок 61 воинское захоронение, мемориалы и памятники.